Activated. 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 Deactivated. Activated. Activate. Activated. 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 Come in and cast an eye about. Thank you.
my gratitude. Godspeed. What can I do for you this day? A pleasure. See you next time. Which of my treasures might tempt you today? I'm your most days, should you return. What in God's name are you doing? Guards! Бесконечно благодарен вам. Вы герой. Капитан на мостике. Полковник ждет в Олбани. Интересно, что еще он для нас придумал? Нас? Я думал, ты хотел просто встретиться с Монро, а не в армию меня записать. Так и есть, Шей. Реализация. И какие же идеалы? Сильные границы, богатые фермеры, торговля. Нам это очень нужно. Какая-то высокопарная утопия. Пусть так. Притворим ее в жизнь. Полковник Монро интересный человек.
и, безусловно, достоин. Плывем в Олбани. А потом... Посмотрим. Отлично! Смимо! Олбани вперед! Пустим бомб, расселяем, расселяем! А вы в добром здравии? Да, благодаря капитану. Отличный корабль, мастер Кормак. Благодарю, полковник. Мастер Гист, что вы узнали о заговорщиках и их оружии? Они скрываются во французском форте, что ниже по реке. Слишком близко, не так ли? Раз они расположились на нашей территории, скорее всего, планируют напасть. Я боюсь за нее. Присоединитесь к нам, мастер Кормак. Да. Погибло слишком много невинных. Знаете, стоит подлатать корабль. Нет, он и так хорош. Но всегда можно сделать его лучше. А тут неподалеку есть один французский аванпост. Прекрасная мысль. Французов. Просто заняли территорию? Это в первую очередь экономическое вмешательство. Враги колонии поддерживают преступность. Корвать доверие к местным. Слышал, они продают 10 аэродорожек. Ну да, слабого всяко видеть норовили. Полковник, вы с Гистом, похоже, полны надежд. Тут вода такая. Ты настроен в отношении таких, как... Понимаю, но не стоит. Я всего лишь хочу, чтобы здесь было безопасно и хорошо. Странно. Deactivated. Я-то думал, богачи всегда пекутся лишь о выгоде. Я не богач, мастер. Деньги для меня лишь средства, а не сама цель. Думаю, пора заканчивать. Риф подселяй, подселя! Трави на гитовы! Оранжевый! Клик! Приказаний! Activated. Deactivated. Молитесь!
будут на дне! Сейчас врежемся! Рифить все марселя! Спасаем якорь! Кэп, в воде! Pour être moins vigilant. Soyez alerte. On ne sait pas ce qui peut nous tomber dessus. Attends là, vite! Ne bouge plus! Ugh.
ne vous plaît pas, traînassez. Отлично, Шейк. Давай пустим эти материалы на вооружение Моррига. Шикар, этот форт содрогнется, когда подойдет Морриган. Хотя бы штурвала, еще паруса. Корабль в отличной форме, мастер Кормак. Долго им не продержаться. По местам, ловим вечер. Пусть уж сопротивляются, иначе какой интерес? Не рвитесь в битву, мастер Гист. Их в нашей жизни будет еще предостаточно. Кстати, если захватить командующего, французы сдадутся, так? Верно. Разумная стратегия. Но начать все равно стоит с их укреплений. Иначе они уйдут в глухую оборону. Эй, это наша цель! Сбей ее, как в игре в шары! Начать бы уже с башни. Огонь на башню! Зал! Слабое место! Надо видеть! Зал! Come on.
Охотник? Шей, как давно я вас не видел. Выполняли особое задание? Да, от Ахиллеса. Как интересно. Я тоже. Охотник, не вынуждайте меня делать это. Можно просто уйти. Это боль насмерть, Шей. He's getting away. Must I do everything here? Please, Yuta. You're on our territory. Over. Yeah. I need to be too much of an idiot to stay out of sight. Вы всегда были мастером, Шей. Вы тоже. Скажите, что вы делали на материке? Особое оружие. Ядовитый газ, чтобы отравить власти колонии. Я всего лишь посыльный. Поэтому я посылаю вас к праотцам. Охотник был прав. Я не мог поступить иначе. Если ассасины узнают, что я жив, они придут за мной. Что задумали, капитан? Необычное дело. Пока ты был занят захватом форта, я набрел
на эту сокровищницу. Полковник очень благодарен тебе, Шейн. Он вернулся в Нью-Йорк. Но ты встревожен. Ты думаешь иногда, верно ли ты поступаешь, Гист? Тот ли путь ты выбрал? О, бывало такое, но все это в прошлом, мой друг. Еще до встречи с тобой. А к чему вопрос? Французы вторгаются на... Блин, пора...